В Березовке наградили двух 14-летних мальчишек, которые не побоялись и смогли догнать и буквально поймать за руку грабителя. Во время прогулки парни увидели, как незнакомец вытащил деньги из кармана пенсионера и побежал. Школьники не растерялись и бросились в погоню. Они не просто задержали мужчину, но и удерживали его до приезда полиции. Грабителем оказался ранее судимый красноярец. Теперь его ждет очередной срок, а неравнодушным – подарки за смелость и благодарность. Было желание догнать его. И получается, чтобы он извинился перед дедушкой и вернул то, что украл. Ну, я считаю, это неправильно у пенсионера красть деньги. Он же нормальный, здоровый мужчина, ну, может идти работать, зарабатывать. Красть у пенсионера, это, ну, мне кажется, это не по-людски.